Вот у коров тут столбы сгнили, подгнили, все это шатается. Сюда? Да, сюда. Это ворота надо. Глянь на ворота, ты гляди какие. Вижу. Это надо уж все брать. Что-то потом на себе потащим. Ну, примерно тут хватит. Я уж посчитал так. Вчера все осмотрел. Там он, видишь, подперли, но ясно дело, что столба нету. Леша обещал мне тут покрутить сверлом. О, настоящие столбы, потеряевские, кленовые. Ну, вот кто скажет, что не экономная страна? Газ Европу всю обтапливает, лесом весь Китай. А мы никому не мешаем сами. Учим благословлять правителей, а не проклинать. Ну еще он тот же немец, американец. Один раз сделал, и внуки пользуются. Еще сидят брюхатые, рано умирают. А мы, видишь, какие тощие, говорят, звонкие и прозрачные. Человек, организм требует работы. Ну и понятно, что... Видишь, какие жарят. Это прямо картинка. Это Алеша отдать, он старинку там любит. Вот эти надо было столбы ему поставить-то. Продать ему за 10 тысяч. Вот как все, видишь, сказал, приехали. Ну, не надо понимать, серьезно, 10 тысяч никто не даст тут. За то, чтобы посмотреть, как ты поленности не заводишь крупнее хозяйство. Все, поехали назад. Нам тут больше делать нечего. Будешь в кабинку лезти? Нет. Нет? А то я сяду здесь.